дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, гости канала, в кои веки я не выходила с вами вместе погулять. Муж мой все время работает, тут совпало с выходными по Италии. Думали, вечером он будет работать, но сообщили, что и вечером не работает. Так что мы идем гулять. Какой прекрасный у нас день, солнечный, вот так вот. Ну, вперед! Купила я Bottega Verde пудру. Ну, второй тон по оттенку. Блин, какая-то загорелая. Друзья мои. Это не фильтр. Такая пудра. Шею я не мазала. Ну, может, немножко отличается. Ну, вот так-то. Обзор на нее я не делала. Думаю, вначале попробую, как она в использовании. Вот так вот. Ну что, вперед! Ну что, небольшой обзорчик улиц нашего города. Жизнь прекрасна. Ой. Осень золотая, красота. Ноябрь месяц. Вот такое вот у нас тут солнышко все еще. Едем в торговый центр побродить, может быть, сделать какие-то покупки, а может просто поглазеть на витрины. Посмотрим. Все по настроению. Видите, как тут? Ой, не дороги, а сплошная парковка. Ой. Ну что, поменяли место дислокации. Перевооружаемся в маске Зоро. Ой, капец. Не, еще идем, пока идем. Пока до такого центра дойдем, там уже и масочку применим. Я все еще без прививки, друзья мои. Мы планировали в начале сентября на море. Ну, поскольку здесь ввели геймпас, не получилось. Вот. Я против прививки. Поэтому наслаждаюсь только вот такими прогулками. Не, ну ничего, прям лицо такое, а? Смотрите. Фильтров нет. Это такая пудра. Ой, сколько она стоит? Ай, не помню. Со скидкой по карточке дисконтной покупала. Ну что, отключайся пока. Так, друзья мои, мы уже в торговом центре. Муж пошел денежку снимать в банкомат. Большой такой обзорчик. Время обеда. Все итальянцы кушают.
кафе все места заняты, даже в Макдональдсе. Но мы чуть позже зайдем. О, скидки тут такие. Так, Piazza Italia, эконом-класс магазин. Так, вообще-то я хотела себе посмотреть пижаму. Ну, не спать, а в которой дома ходить. Ну, черная. Так. Аспетти, аморе, дай. Так. Для мужчин. Муж мне сам все выбирает. Только мне не нравится то, что он хочет, чтобы я купила. Слишком это все темное. Так. Иксана. Просто Иксана. Оре, ну, 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 любьянка, вся каза. И виолетто, роса. Иксана. Отдел для детишек. Вот я хочу вот такого цвета, пудрового. Сейчас. Ой, мама мия. Так. Так. Штанишки. Так, 8 евро. Ну, нормально, в принципе. Но мне нужны тепленькие. Тепленькие хочу. И чтобы была впереди молния. Видите, выбора много. Но мне нужно, чтобы расстегивалось. Так, погуляем маленько. Вот штаны отдельно. Что это такое, блин, а? Вот это что это? Забыл. Болтаться будет по полу, всю пыль собирает. У нас ковров нету. Фигня, блин. Какая-то вот. Уже собралась. Вот, мне цвет такой нравится. Он, знаете, ну вот камера передает его. Он такой что-то серо-зеленое и ближе к белому, светлому-светлому. Но это для мужчин. Вот это мой тон, тоже люблю. Вот такой серенький, тоже для мужчин. Ну, для мужиков тут все, что хочешь. Так. Ну, фиолетовый. Класс. Так, ну вот другое дело. Вот так вот. Загнуто, обметано. Ну, здесь вот нету молнии. Просто спортивные кофты. Даже смотрите, на выход можно. На манекене представлено. Так, чисто женский отдел. Все синтетика, синтетика. Ну, это эконом-класс, друзья мои. Одежда, вы видите, какая-то невзрачненькая. На мне, видите, свитер практически такого же цвета. Я покупала года 2 назад свой. Видите, мода горчичная возвращается. О, платьишко, ничего так. Ну, все это синтетика. Так, где там у нас состав? Состав. Я всегда смотрю. Сейчас. Состав. Так. Размер артикула. Так. Опять муж меня зовет. А что он там мне нашел уже? Без меня. Так. Ну, нашла я там этикетку, синтетика, полиэстер.
На ну нафиг. Пойдем в магазин Тезенис, наверное. Сефора. Посмотрим. Ну, там как раз много чего интересного. И красивые у них модели. Так. Вот такого качества я люблю. Плюшевый мишка. Тапочки. Класс. Ну, Дисней. Вау. Тепленькое такое все, штанишки. Ну, тут нету молнии, тут принт. Красота. Просто. Маечка. Класс. Велюр, халатик. В общем, померила я эту пижамку. Ну, маловато она мне, Эль. Немножко мне давит в груди. А XL нету. Максимальный размер L. Так что я в пролете. Ну, классная. Так, наверное, зайдем мы в AKM. HM Dance. Как его называют по-английски. Такой цвет в моде. О, штанишки, как я люблю. Все такое освежающее. Такие свитера не люблю, потому что вот эти петли крупные, они вечно цепляются за сережки, за заколку мою на волосах и постоянно затяжки. О, класс. Но она без штанишек, как та. Так, может, тут ценник есть? Ага. Почти 15 евро. 14,99.
Она короткая. Главное дело, она двухсторонняя. Тепленькая очень. Так, а вот такая же беленькая. Ну, это как шуба. Уже вот такая она. Класс. Такие вот балахоны в моду вошли еще летом даже. Вот огромный выбор платьев. То есть мода возвращается. Тоже штаны не обработаны. Ну, это, наверное, надо самим под свой рост регулировать. Не, ну я не хочу. Я уже хочу купить, чтобы все было то, что мне надо. Так, 15 евро. Вот такие вот. Мишки. Вот. Так. Вот это мне устраивает. Красота. Шапочки. Так, шарфик. 10 евро почти. Класс. Вау, класс. Штанцы. Ну, как всегда, нет моего размера. Может, и был последний. А, ну это максимальный 42 плюс 6, 48. Примерно. Маловато. Что-то вот под джинс. Ай-яй-яй. Жалко. Все такое яркое, всегда привлекает глаз. Цвет розовый. Виола, хотел сказать. Вошел в моду, и чего только нет. Желтый тоже. Лимонный. А вот еще какой цвет. А? Вот это класс. Вот это штанишки. Вот это мне нравится. In ufficio, grazie Ale. 15 euro. Quando tossisci o starnutisci, copri il naso e bocca. Так, ну что, друзья мои, идем. Еще один магазин эконом-класса ОВС. Посмотрим, что там интересненького. А потом, наверное, на перекус. Так. Что-то меня на желтый потянуло, а? Класс.
15 евро. Думаю, что там такое желтое в зеркале? А то для детей. Класс. Ну вот. Желтый в моде. Как цвет осени. Так. Что у нас тут? Вот. Тут только одна. 24 евро. А в Тезенисе вместе со штанами. Так, нет, с манжета я не хочу. Я вот 6-й год живу в Италии и, наверное, только 2 зимы использовала перчатки. У меня вот есть набор, я покупала в Бате. Я шапку и шарф ношу, а вот перчатки практически новые. Какое-то тут все серое, а? Слушайте. По сравнению с предыдущими магазинами, ну, я не знаю. Прям как-то триста, печально. Печальненько как-то все. Ой. Я люблю поярче, чтобы было. Ну, и чтобы было и комфортно, и удобно. Так, это детский отдел. Шубки. Так, ну что, на выход. Ничего мне здесь не понравилось. Так, друзья мои, теперь мы зашли на первый этаж, где продукты, всякие хостовары. Скидки тут вовсю. Вау, такие штанишки. Обожаю. Штрукс, велюр. Надо мерить. Так, ну... Ничего я себе не нашла. Самое наилучшее, что мне понравилось, это в магазине Тезенис пижамы. Ну, там нету молнии. Кофточки. Фуфайки. Как там еще ее называют? Вот.
Но по качеству только там. Обожаю подходить к цветам. Ароматы. Класс. Вау. Ой, просто рай. Идем на выход. С мужем потерялись. Позвонила ему с итальянского номера, чтобы вышел наружу.